Приветствую вас на канале Лена Смит Стич. Это канал о вышивке крестиком и не только. Не только о вышивке, не только крестиком. Я рада видеть вас здесь. И сегодня я хочу ответить на вопросы тега. Давайте познакомимся, ну и познакомиться с вами. Перед тем, как начать отвечать на эти вопросы, я бы хотела вам немножко рассказать, что я буду делать в кадре. Как видите, перед вашими глазами много разных штучек, органайзеров, коробочек, баночка. А дело в том, что я на днях занималась уборкой в своем рукодельном, скажем так, в рукодельной кладовой, и я нашла вот кучу вот этих вот коробочек-баночек, которые уже очень-очень давно лежат без дела. Я давно не брала их в руки, возможно, даже несколько лет. Я, честно сказать, даже не помню, что хранится в каждой из них, и я не стала проверять. Я решила ставить это как раз для записи такого видео, чтобы, может быть, бы и вам было бы интересно посмотреть, какие залежи хранятся у некоторых рукодельниц. Вот. Ну и заодно разобрать, может быть, мне это совсем не нужно. Может быть, это стоит выбросить или отдать кому-то. Ну, выбросить, конечно, нет. Моя запасливая хомячья душа не позволит мне это сделать. Но, по крайней мере, возможно, найти какого-нибудь другого хозяева для этих всех вещиц. Потому что здесь в основном то, что связано с бисером, бусами. Причем бисер тут не вышивальный, а скорее такой, которым плетут или украшают какие-то изделия. Ну, не знаю, посмотрим, будем вспоминать вместе. Конечно, в силу того, что это все коробочки, баночки, пакетики, это будет в видео немного шуршание и клацание. Ну, вы уж меня простите за это. Вот, ну что ж, будем смотреть, и, возможно, у нас в процессе видео появятся какие-нибудь идеи, куда же все это девать. Я буду отвечать на вопросы, заодно показывать, что у меня здесь есть. Ну что ж, давайте приступать. Начну открывать с этой баночки, почему-то рыбный день. Ну и первый вопрос. Ваше имя, где вы живете, сколько вам лет? Так, как понятно из названия моего видео, меня зовут Лена. Живу в небольшом городе в Украине. До тех пор, как я познакомилась со своим мужем, который родом отсюда, я даже, честно сказать, не знала названия такого города. Я жила в большом городе, ну, не имеет значения, в общем-то, в каком, потому что связи с этим городом уже разорваны. Там остались только добрые детские воспоминания. Вот, я в своем родном городе не была уже достаточно давно. Вот. Ну, а мой новый город, город, в котором я живу, он маленький, уютный, хорошенький, но при этом малоизвестный, я думаю, тем, кто живет в другой области. Город называется Сарны. Я удивлюсь, если вы когда-нибудь слышали это название. Чем знаменит этот город, этот регион? Тем, что здесь добывают янтарь. Не всегда это происходит легально. Здесь, в общем, такие криминальные дела творятся порой. Вот. Но ни я, ни мой муж с этим не связаны, поэтому, в общем-то, это все находится в стороне от нас. Вот. Вот такая история. А, я не сказала, сколько мне лет. Мне 30 лет. И в этом году у меня будет еще день рождения, то есть в этом 2020 году мне исполнится 31. Так, что мы видим здесь? Это, в общем-то, какие-то, значит, это деревянные бусинки. Выбрасывать я их не буду, вот, потому что они классные, я думаю, ими можно будет что-то украсить в дальнейшем, поэтому складываю их обратно. Так. Это какой-то браслет. Я думаю, что его имеет смысл... Ну, носить я, конечно, такое не буду. Лучше разберу его на составляющие. Так, отложу пока в сторону.
это тоже какое-то украшение. Я думаю, достану из него бусинки, а все остальное выброшу, потому что носить такое я не буду. И, честно говоря, я даже с трудом могу припомнить, как это появилось у меня. Так, здесь есть кафы, но я такое тоже не ношу и, в общем-то, никогда не носила. Вот. И даже предлагать такое кому-то в подарок мне не хочется, поэтому я, скорее всего, их выброшу. Какие-то разрозненные сережки, два бубенца, бубенцы оставлю. Звенят. Так, скрепочка. Хорошо. Так, нужно выбрать коробочку для мусора. Вот такая будет у меня коробочка, куда я буду складывать все, что идет в мусорное ведро. Так, хорошо. Ну что ж, первая баночка завершена, и ответ на первый вопрос тоже. Поэтому перейдем к следующему вопросу. Расскажите немного о себе. Так, возьмем вот это. О себе сложно рассказывать, не знаю, мне тяжело придумать, чтобы было интересно услышать моим зрителям. Ну, в общем, у меня есть муж, у меня есть сын. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, ну или он как-то по-другому называется, у нас сейчас называется иначе. Что же рассказать о себе? Я люблю вышивать. Я люблю рукоделие, всегда им занималась. Занималась им с детства. Наверное, те из вас, кто видели видео о том, что я вышивала 20-25 лет назад, в курсе этого, что моя вышивальная карьера уже началась достаточно давно. Так, интересно, что это? Как вы думаете? Какая-то штучка симпатичная. Наверное, ее можно пришить на какую-нибудь вышивальную работу с какой-нибудь красивой девушкой. Возможно, это подошло бы на какую-то мирабилию с вот этими чудесными девушками, феями или еще кем-то. Да, вышивать я начала давно, но кроме этого, я, конечно, в моем детстве, по-моему, все девчонки увлекались бисероплетением. Мы все поголовно покупали такие пакетики бисера, плели разные украшения. А еще в моем детстве у меня было макраме. Это еще, наверное, даже до школы. Ну, или, по крайней мере, в макраме было, ну, где-то в районе первого класса. А вот. А также я в начальной школе ходила на кружок мягкой игрушки. Там мы шили разные разнообразные мягкие игрушки. Также каждое лето я отдыхала в лагере, и там у нас были тоже разнообразные кружки. Я всегда ходила на все, что связано с рукоделием. Вот. Мне всегда нравилось рисование, но скорее умозрительно нравилось. То есть вот если бы какая-то неведомая сила сделала так, чтобы я раз и научилась рисовать, то я бы была счастлива. Но вы же знаете, так не бывает. Вот. И прилагать усилия почему-то к тому, чтобы научиться рисовать, мне почему-то в голову не приходило. А вот то, что связано с рукоделием, мне всегда очень нравилось, и я готова была учиться, трудиться. Я, конечно же, училась немножко вязать и крестиком, и спицами, но честно могу сказать, что это такое приходящее хобби. Ну вот, я зачастую, может быть, вижу какую-нибудь модель какой-нибудь одежды, вижу в интернете, продают какие-то свитера или шапки, я думаю, какая красивая штучка, и думаю о том, что я же сама могу такое связать. И вот в такие моменты я беру, загораюсь, покупаю пряжу, вяжу, в лучшем случае довязываю, в худшем случае бросаю.
Вот, ну, в общем, конечно, это не имеет такой власти надо мной, как вышивка крестиком. Но вязать я время от времени люблю. Вот, не могу сказать, что я это умею очень хорошо. Вот, но для того, чтобы связать себе или своему ребенку что-нибудь, мне моих навыков хватает. Вот, кстати, ребенку вязать я люблю больше, потому что это маленький размер. И чтобы связать, не нужно особо напрягаться. Вот это то, что немножко обо мне. Так, я думаю, что можно с ответом на этот вопрос заканчивать. Сейчас я доразбираю эту коробочку. Мы посмотрим с вами, что в ней находится. Ну, как бы я думаю, что вам всем и так уже видно и понятно, что в ней находится. Расскажу про саму коробочку. У нас в стране есть сеть магазинов Монпасье. Вот такие. У них очень. Они продают в основном бусины, бисер для каких-то вот изделий. Эти коробочки очень классные, потому что у них разделители вынимаются, и, соответственно, ты можешь сам так организовать, как тебе удобно, сделать столько отделений, сколько тебе удобно. Вот, где-то еще одна есть, где-то она есть, уже не знаю где. Так, ну здесь у меня такие крючки живут. Здесь куча колеч. Не знаю, не уверена, что это мне нужно все, но это очень симпатичные эти бусинки. Очень похожие бусинки используются в этих елочных игрушках от Crystal Art. Прям форма, мне кажется, совсем такая же, только там они беленькие. Вот, а здесь такая прозрачная. Ну что ж, здесь есть вон разнообразные карабины. Вот, например, такой, как сердечко, такой с винтиком, вот такой золотой. Ну, честно сказать, я подозреваю, что мне никогда это не понадобится. Ну и выбрасывать мне, конечно, это жалко. Вот почему-то одна для сережки такая штучка, не знаю, как она называется. Вот, есть такие вот для клипс, сделать клипсы. Так, ну хорошо, буду складывать обратно и отвечать на следующий вопрос. Что из этого я выброшу? Выброшу эту цепочку. Она мне точно не нужна. Так, остальное буду складывать. Ну что ж, третий вопрос. Где чаще всего вы совершаете свои рукодельные покупки? Поделитесь своими любимыми онлайн-магазинами. У меня нету места, где я чаще всего совершаю покупки. Вот, потому что я в основном ищу конкретные товары. Если товары на маленькую сумму, то я иду в офлайн-магазин. Вот, потому что не вижу смысла долго ждать, вот, ожидать доставки ради там пары мотков ниток. Вот, у нас, наверное, два или три в городе есть рукодельных магазина, однако там нельзя купить станок для вышивания, нету магнитиков для вышивки, для чтобы иголочки держать. Вот, но самое необходимое там есть. Поэтому лучше купить офлайн, не ждать, не платить за доставку, потому что если маленький заказ, то на то и выйдет. Что касается магазинов онлайн, то я в основном, если иду за покупками рукодельными, то иду с конкретной целью. Даже наборы редко я покупаю. Какой-то такой, который внезапно увидела, внезапно купила. В основном я иду с конкретной идеей, что вот я, ну, например, у какой-нибудь вышивальщицы увидела набор, который мне понравился, и мне тогда хочется сразу его тоже купить. Поэтому поделиться своими, как бы сдать свои пароли, явки магазинов я не могу, мне просто нечем делиться в этом смысле. Тогда следующий вопрос. Как часто вы вышиваете? Каждый день или по настроению? Сколько времени проводите за вышивкой? Ну, с момента, как я начала вести YouTube канал, вот, а это прошло
уже почти полтора месяца. Вот, я стараюсь вышивать каждый день, и только если какие-то очень-очень важные срочные дела, и у меня не получается целый день, вернее, хоть сколько-то в день посвятить вышивке, то я, конечно, тогда не вышиваю, но я стараюсь и очень хочу. Ведение блога на YouTube меня подхлёстывает, мне это увлекает, мне очень интересно. Но, конечно, жизнь не дает возможности вышивать каждый день, но я стараюсь. Я вышиваю столько, сколько у меня получается. Каждый день это бывает по-разному. Бывает 15 минут в день, бывает 2 часа в день. Если муж забирает на выходные ребенка к его родителям, оставляют меня дома, то я, конечно, сначала занимаюсь какими-то домашними делами, но потом, в принципе, практически целый день могу посвятить своему любимому хобби. Вот, и такие дни для меня очень долгожданные. Я люблю остаться одна дома. Кстати, в такие дни я стараюсь снимать видео вот наподобие сегодняшнего. Я сейчас этим и занимаюсь. Сейчас мой муж забрал ребенка, я могу записать такое видео. Вот, потому что, конечно, когда ребенок дома, сесть, посидеть в тишине и что-то поговорить, это невозможно. Ну, на этом все. Вот у меня после уборки осталось две свободные отделение в этой коробочке. Посмотрим, что я смогу туда положить. Так, теперь мне хочется разобрать вот этот пакетик. Так. И следующий вопрос. Что сподвигло вас снимать видео для YouTube? Ох, это, конечно, мое богатство. Посмотрите, какая красота. Одно время, я помню, я их покупала тогда, когда было модно, знаете, воротники там на джинсовых куртках украшать такими стразами или что-то в этом роде. Ну, короче, лет, наверное, 10 или 15 назад. Вот, конечно же, выбрасывать я их не буду, эти стразы. Вот, но и пришивать сейчас на одежду тоже не стану. Вот. Так, хорошо, буду разбирать эти коробочки. Я подозреваю, что в них бисер. В спичечных коробках. Отвечу на вопрос, что сподвигло меня начать блог на YouTube. Все началось с того, что я случайным образом нашла какой-то вышивальный блог на YouTube. Вот, на самом деле, у меня не было такой привычки очень много смотреть YouTube. Я даже не понимала, откуда у некоторых видео бывают миллионные просмотры, кто же это сидит и смотрит. Но теперь я это понимаю, потому что меня вышивальные видео увлекли. Честно сказать, мне кажется, я это уже говорила в каком-то из своих видео. Я думала, что видео вышивальных блогеров – это в основном, ну, какие-то мастер-классы или объяснение того, как правильно делать ту или иную там закрепку или стежок или еще что-то. Мне в голову не могло прийти, что девочки придумывают какие-то игры, меняют процессы, рассказывают о себе. В общем, вот, но когда я это увидела впервые, то, конечно, мне тоже захотелось. Вот, и особенно мне запал в душу видео Ольги Хобби Арт. Там, где она начала играть в игру «Вышить все», и я понимаю, что ни одной мне это запало в душу, потому что очень многие блогеры повторяют это видео. Но действительно, это очень увлекательно, очень интересно. Вот. И, конечно, мне захотелось тоже что-то подобное сделать, тем более, что все возможности, ну, по большому счету, у меня для этого были.
Вот, у меня была, есть, ну, фотокамера, на которую можно снимать видео. Вот. Вот это, кстати, бисер вышивальный в этих коробках. Это я вышивала для своей свекрови пару лет назад. А нет, не пару лет назад. В общем, я уже не помню, когда я вышивала такую для пасхальную, как салфетку бисером. Это остатки этого бисера, да. И мне захотелось, да, я уже сказала, мне захотелось тоже начать играть в эту вышивальную игру. Я подумала, почему бы мне заодно не начать и свой блог вести на YouTube. Вот. Тем более, что я уже жаловалась в каком-то видео, что у меня нету здесь вышивальных особо друзей, подруг. И вот это вот ведение YouTube-блога, оно как бы дарит мне чувство сопричастности. Вроде как, что мне есть с кем поделиться. Я, например, когда смотрю чьи-то видео из блогеров, я настолько привыкаю к их голосу, их манере речи, к их процессам, что мне кажется, мне становится... Мне начинает казаться, что мы знакомы на самом деле с этими девушками. Ну, или юношами. Я знаю парочку, кого смотрю на YouTube. Вот, мне кажется, как будто мы знакомы, и, ну, даже если они меня не смотрят, все равно посредством комментариев я с ними коммуницирую. Есть такое слово «коммуницирую»? Ну, в общем, вроде как я рассказываю про себя, про свои вышивки, и их смотрит кто-то, и я потом смотрю других блогеров, хотя наверняка, ну, вернее, я практически уверена, что многие, большинство блогеров, которых я смотрю, мои видео и в глаза не видели, вот, но все равно это такая, знаете, современный вид общения, который был недоступен всем поколениям до нас, но в нашей жизни это возможно, и это волшебно, потому что в таком маленьком городе, в котором я живу, тяжело, ну, я пока что не смогла найти единомышленников в плане хобби. Вот, у меня есть приятельницы, с которыми можем поговорить про детей, про мужей, вот, но не про вышивку, и вы знаете, ну, я даже немножечко стесняюсь, ну, вроде как, об этом рассказывать. Я, в общем-то, знакомым из моего города даже не говорила, что у меня есть YouTube-канал. Ну, возможно, меня это смущает из-за того, что он еще совсем юный, что на нем нету много подписчиков. Вот если бы там было 20 тысяч подписчиков, я бы, конечно, бы с гордостью рассказывала про то, что «Ах, я такой блогер, 20 тысяч подписчиков». Но так как у меня сейчас нету и 200 подписчиков, то особо, скажем так, гордиться, выставлять на показ нечего, поэтому я не рассказываю. Дальше у нас вопрос, чем вы снимаете видео, в какой программе монтируете или обходитесь без монтажа? Да, я уже начала говорить о том, что у меня есть фотоаппарат с функцией видеосъемки, на него я и снимаю. Я хочу попробовать, может быть, формат каких-нибудь влогов, и тогда, конечно, буду снимать на телефон, потому что таскать за собой фотоаппарат, ну, мне как-то несподручно. Вот это какой-то очень плохой бисер, он выглядит как очень плохой. Но вот он выглядит как очень плохой, и мне все равно его жалко выбросить. Что это за дела? Как будто грязные у него серединки. Не знаю, видно вам или нет. Ну, конечно, выбрасывать не буду, но и что делать с ним, честно говоря, даже не знаю. Так, что там за вопрос? А, по поводу монтажа видео. Да, я монтирую видео, потому что я очень много экаю в кадре, и я стараюсь эти вырезать при монтаже. Также я часто сбиваюсь с мысли и вырезаю эти кусочки. Ну, кроме того, иногда я вообще теряю мысль и могу промолчать там несколько секунд и просто смотреть в одну точку.
Вот, и, конечно, чтобы это убрать, никто не станет смотреть видео, в котором блогер по 10-15 секунд просто молчит и раздумывает о чем-то своем. Поэтому я это все вырезаю, обязательно монтирую. Поэтому я думаю, что и в этом видео, если вы будете внимательно смотреть на картинку, которая происходит, то... Ой, ой-ой. То вы увидите, что она будет скакать, потому что я буду вырезать эти все моменты своих таких завтыков. Программу я использую, она называется, как по мне, Movavi. Вот. Есть канал на YouTube, вот там, где ребята, ну, видимо, это команда этого приложения, ну, вернее, этой программы, они его продвигают. Вот, они там рассказывают, как монтировать. В общем, на самом деле очень легко монтировать в нем. Я научилась буквально за один день. Все там легко, доступно. Один раз ты платишь за покупку программы, и цена щадящая, по-моему, что-то из серии $20. Ну, то есть навсегда $20, потому что есть другие программы, я находила их в интернете, когда искала то, в чем монтировать, там, где подписка на месяц стоит около $40, это, конечно, очень много, я столько не готова отдавать за программу монтажа, тем более сейчас-то я более-менее понимаю, что я монтирую видео, и мне, ну, и пока что собираюсь продолжать этим заниматься, а когда я еще только задумывала свой блог и искала вот эти все программы, я еще вообще не знала, собираюсь я монтировать, получится у меня это, не получится, как это вообще делается, и покупать за $40 программу, которая через месяц, может быть, я бы вообще одно видео в месяц снимала, и каждое за каждое видео отдавать $40, конечно, ну, меня жаба задушила, я вообще не считаю, что это как-то целесообразно. Вот, может быть, есть вообще какие-то бесплатные программы, но я не смогла найти таковых, чтобы они удовлетворили моим потребностям в плане видео. Что в этом Movavi мне нравится, то что все очень доступно, понятно, русифицировано. Я не знаю, возможно, это вообще русская программа. Еще мне нравится, там есть пакеты и звуков, и картинок, фонов, заставок, наклеек. То есть, если ты хочешь при желании потратить больше денежек, чтобы разнообразить свои видео, чтобы они были там разными, разнообразными, с всякими приколами, то, в принципе, никто не может тебе запретить, и ты можешь это делать за дополнительные деньги. Вот, мне кажется, очень так даже хорошо. Что мы видим? Мы видим грязный бисер, от которого остаются мусор. Вот, я его складываю в коробочку, но мне потом... Я, конечно, я потом повыбрасываю все эти спичечные коробки, я куплю какой-нибудь пластиковый органайзер, но пока, для того, чтобы разобраться, вспомнить, что же у меня тут такое есть, мне кажется, этого достаточно. Очень красивый этот бисер, он такой, знаете, как с бензиновыми разводами, вот, у него сколько, это как соты шестигранники, вот, очень красиво они выглядят, понятно, что вышивать им невозможно, но плести что-то, вот я даже что-то начинала им плести. Вот, выглядит, мне кажется, симпатично, но дело в том, что, ну, сейчас, конечно, я считаю себя уже выросшей из возраста, когда носят бисерные украшения. Вот, не знаю, возможно, это ошибочное какое-то, ошибочное ощущение, и это нормально в 30 лет носить бисер. Вот, ну, начнем с того, что я, в принципе, украшения особо не ношу. Вот, даже обручальное кольцо
одеваю в последнее время очень редко. Не знаю, у меня нет привычки носить украшения. Ношу крестик на цепочке и сережки. Но сережки я не меняю каждый день. У меня было такое в подростковом возрасте, какая-то мания под каждый наряд выбирать новые сережки, там их менять по 500 раз на дню. Вот, но сейчас это все уже в прошлом. Так, это какая-то, видимо, от нижнего белья, я это выбрасываю. Это порванные браслеты какие-то детские, я их разберу на бисеринке позже. Вот, не знаю, ну вот куда применить этот бисер, если мне жалко его выбрасывать? Не знаю. Пожалуй, надо сделать видео, что делать с остатками бисера. На моем канале уже вышло видео, что делать с остатками ниток, там, где я прошерстила интернет и выбрала много идей по поводу того, что же можно сделать с остатками. Вот, пожалуй, надо начинать уже искать что-то похожее про бисер. Следующий вопрос. Увлекаетесь ли вы чем-то, кроме вышивки, может быть, ведете свой канал или блог? Так, новая коробочка, новый вопрос. Ну, я вам уже рассказала по поводу рукоделия. Очень симпатичный бисер здесь лежит. Посмотрите. Как же вам его описать? Он похож на мед. Вот, он не круглый, он, знаете, как будто это была такая тонкая маленькая стеклянная трубочка, которую разбили на несколько кусочков. Это как будто если их сложить в одну полосочку, то получится снова эта трубочка. Она вроде и круглая, а вроде у нее есть и грани, сложно объяснить. Симпатичный бисер, и, конечно, он тоже не вышивальный. Он для плетения. Так, здесь есть деревянные бусинки, есть стеклярус, есть такие побольше, чем бисер бусинки. Вот. Ну что, тут разбирать нечего, тут оно разобрано. Так что закрываем. Так, здесь есть еще вот такие бусины. Зачем их мне так много? Я помню, что мне это дарила моя крестная, вот, но я не помню в упор, для чего. Вообще не помню в упор. Вот, в общем, я думаю, что надо у нее будет при оказии спросить. Или вообще, может быть, вернуть ей, может быть, они ей нужны. Вот, я, по-моему, ими так и не пользовалась. Куча такого жемчуга. Так, итак, ответ на вопрос. Что я люблю, кроме вышивки, это чтение. И я могу читать запоями, прям уходить с головой в книги и читать до потери памяти. Вот. Но сейчас меня настолько увлекло вот это вот ведение блога на YouTube, что я уже, ну так, читаю там по паре страничек в день, вот таких запойных вечеров или дней, когда я могла за один день проглотить целую книжку, у меня сейчас нету. Так, я разберу вот эту коробочку. Вот, чтение я очень люблю, и книги дарят мне очень большое наслаждение. Так, смотрите, какой симпатичный органайзер. В нем тоже плохой бисер. Здесь вообще какие-то одиночные, разрозненные бисеринки. Почему-то пуговица одна. Какая-то старая-старая советская пуговка. А ну-ка. Ой. Рассыпала весь бисер, чтобы показать пуговицу. Значит, здесь какие-то, по-моему, одиночные вообще бисеринки, которых, ну, может быть, их там по 5 штук. Две пайетки одинокие. По поводу чтения. Я люблю читать, ну, в мои школьные годы я очень любила читать фантастику, фэнтези. Сначала фантастику, на самом деле где-то в районе 12 лет я прям очень сильно увлекалась фантастикой.
классическое, типа Рэя Брэдбери. Вот, очень любила читать. У меня дома было очень много книг фантастических и Стругацких. Вот, например, совсем еще раньше я, например, за поем читала Кира Булычева, вот «Приключения Алисы», и у него же очень много разнообразных книг. Вот, потом была пора увлечения, конечно же, Гарри Поттером, потому что как раз, когда я была где-то в средних классах, начали выходить эти книги, и это, конечно, был фурор, и, по-моему, тогда читала все наше поколение. Вот, эти книги популярны по сей день. Вот, а тогда, что и говорить, это было что-то с чем-то. Вот, и тогда эти книги были дорогие, и моя мама не могла мне позволить, себе мне позволить купить эти книги. Мы не могли себе позволить их купить, но у моей подружки родители ей покупали эти книги, и когда она дочитывала книгу, она приносила почитать и мне, и я запоем могла за одну ночь прочесть целую книгу. Ну и, конечно, это была моя мечта — иметь эти книги у себя. Ну, я имею в виду Гарри Поттера, все 7 томов. Вот. Ну, понятно, что когда я подросла, это уже не было такой вот прям щемящей мечтой. Вот. И, ну, если бы это было, я бы, наверное, сама купила книги. Но, в общем, не более там года назад я вспомнила про эту свою детскую мечту, попросила мужа подарить мне эти книги. И, в общем, он купил мне все 7 книг. Я была самым счастливым бубликом на планете, да. Так, плохой бисер, хороший органайзер. Не знаю, что с ним делать, надо с бисером что-то делать, что-то придумать, а что — не знаю. Вот, ладно, пусть будет пока так. Так, по поводу чтения еще закончу. В студенческие годы я очень любила, прям запоем читала классику. Я помню, что я тогда в то время очень много прочитала Достоевского, Булгакова. В Киеве Булгаков, я училась в Киеве, читается особенно хорошо, потому что это город, в котором он жил, и можно было сходить в дом, в котором он жил, в музей. Посмотрите, какие красивые бусинки. Ну, сфокусируйся. Опа! Красота. Очень красивые бусинки, что с ними сделать, никто не знает. Так, вот, значит, я читала классику, здесь еще есть, смотрите, деревянные бусинки. Есть такие же, как эти, только меньшего размера, очень похожие. Вот бусинки. Ой, так, это тоже органайзер Монпасье с разделителями, вот. Правда, он не очень хороший в плане, его нельзя переворачивать, его можно носить только вот в таком горизонтальном положении, как пиццу, потому что, когда я однажды его перевернула, посмотрите, что у меня здесь получилось. Все цвета перемешались. Я думаю, что в одном из ближайших видео, если я буду записывать тег, мы с вами займемся тем, что будем разбирать бисер. Вот, очень красивый коричневый стеклярус. Вот тут валяются его кусочки. Так. Ну, в общем, симпатично это выглядит. Ну, в смысле, цвета такие мне, ну, мои любимые. Вот, вот это красивый перламутровый бисер. Так, а что по поводу ответов на вопросы? Что я читаю сейчас? А сейчас я люблю сайт Litnet. Вот, если вы знаете, что это за сайт, это сайт сам издата, там, где авторы, которые по каким-то причинам не публикуются в издательствах, могут опубликоваться самостоятельно, могут выкладывать книги в процессе их написания, то есть каждый день, каждую неделю писать по сколько-то, выкладывать, и люди будут сразу комментировать, оставлять свои мнения. Это, между прочим, тоже какая-то, это, в общем, как бусинка, как подвеска. Я думаю, чем-то подобным можно украсть какой-нибудь осенний дизайн. Вот.
Ну вот, и я на Литнет читаю даже неопределенные категории книжек, неопределенные жанры. А вот мне нравится несколько авторов. Если вам интересно, оставлю в инфобоксе под видео своих парочку любимых авторов. Вот. Это разные жанры. Девочки-авторы пишут в жанре фэнтези. Двое ребят пишут в жанре фантастика, литр ПГ. Люблю литр ПГ, хотя в игры РПГ я никогда не играла. Пожалуй, это продолжение того, что я люблю фантастику читать. Любила в подростковом возрасте. Кстати, про подростковый возраст я запоем читала Конан Дойля. Я думаю, что один из умнейших ходов родителей, которые хотят приучить своего ребенка к чтению, это дать ребенку Конан Дойля. Вот, после него тяжело не полюбить чтение. Лайфхак. А в каких соцсетях, следующий вопрос, в каких соцсетях с вами можно пообщаться, посмотреть продвижение ваших работ? Так, вот это очень плохие бусины, они выглядят некачественными и отвратительными. Что это было, не знаю, не помню. Выбросить жалко, потому что я хомяк. Так. Пообщаться со мной можно в Инстаграме. Я оставлю, а всегда оставляю, стараюсь не забывать оставлять ссылку на мой Инстаграм. Вот, больше нигде меня нет, ВКонтакте нет, к сожалению, и к сожалению для меня, потому что мне бы очень хотелось вступить в какие-нибудь разные вот эти вот вышивальные группы, там, где еще девочки находят разные схемы перенабора для саги. Дело в том, что вот у нас вот это началась эта бредовия с ВКонтакте, вот связанная с политическим, социальным, социально-политическим милитари положением в стране. Я знаю, что каким-то образом жители Украины обходят эти ограничения при помощи VPN на компьютере, но я просто во всех соцсетях сижу с телефона, а с телефона у нас это делать не получается, потому что тогда блокируют провайдер эти все вопросы. Ну, в общем, это как-то сложно. Я в этом не особо понимаю. Отвлекусь, сейчас скажу, закончу про эту. В общем, здесь куча-куча разных бусинок. Есть какая-то штуковина. Я не знаю, что это такое. Это, наверное, для какого-то пояса. Вот это какая-то тоже. Ну, в общем, короче, много хлама. Это надо разбирать. Я думаю, что за следующим тегом, вот именно с этой коробкой мы и будем заниматься. Почему ты не закрываешься? Ой, все, я что, ее сломала? О. Вот. Поэтому ВКонтакте меня нет. Вот. Муж мне говорит, что можно на компьютер установить, но я как-то. Короче, надо этим заняться и себя ВКонтакте найти. Фейсбук мне не нравится, я его не люблю. Одноклассники, никогда там я не была. Вот. Но я думаю, что с ними та же история, что с ВКонтакте. Какие еще соцсети у нас есть? ТикТок. Да, в ТикТок я иногда захожу, но крайне редко. И, конечно, там я ничего не выкладываю. Ну, почему, конечно? Ну, я туда там ничего не выкладываю. Так, ну и последняя коробочка. Так что, если вам хочется со мной пообщаться, давайте заходите в Инстаграм, там можно будет попереписываться. Или оставляйте комментарии здесь. И еще одна коробочка. Так. Ой. Это что-то я начинала вышивать. Ага. Вот это, видимо, у меня была какая-то идея по отшиву лишнего, ну, вернее, бисера. Возможно, честно сказать, я даже не помню, но я догадываюсь, что, наверное, это подразумевалась подушка, судя по формату. А может быть, сумка. Наверное, я хотела бисером вот так зашить все. Боже. Ну, в рамках отшива бисера, почему бы и нет?
Вот, я насобирала разные бисеры. Тут есть такие бусины, какая-то подвесочка. Пайетки. Кстати, там куда-то я спрятала уже две пайетки, про которые говорила, что они разрознены. Надо их кинуть сюда. Наверное, здесь. Да, может быть, этот бисер кинуть сюда. В общем, я, в общем-то, по большому счету разобрала все, что я хотела. Вот это, скорее всего, я распорю. Кусочек канвы оставлю себе для какой-нибудь вышивки, которая подойдет по размеру. Что сделать с бисером, я так и не решила. Посмотрите, какая милая пайеточка. Как цветочек. Там их много должно быть таких похожих, да? Я так надеялась, что пока я буду перебирать эти залежи, то мне придет в голову какая-то идея, что с ними делать, но мне ничего не пришло в голову, наверное, потому что я отвечала на вопросы, и это было все сумбурно. Надеюсь, это видео такое сумбурное, непонятное, захламленное и вещами, ненужным бисером и моими разговорами вас не оттолкнуло от канала. Ну, в общем, если вы дотерпели до нынешней минуты, то, наверное, не оттолкнуло. Потому что все, кого оттолкнуло, они бы уже выключили раньше. Вот. Ну, в общем, вот такое небольшое знакомство со мной. Если вам что-то интересно узнать обо мне подробнее, то напишите мне, задайте вопросы, и я в каком-нибудь из ближайших видео упомяну об этом, расскажу вам о чем-то, о себе. Напишите мне, нравится ли вам формат подобный в моем исполнении. Вот. А, еще покажу вот это все, что я определила на выброс. Спичечные коробки, цепочка, кафы. Вот. Все остальное будет искать себе какое-то еще применение. Вот, возможно, вы увидите об это в каком-то следующем видео. Что ж, на этом эти вопросы у меня закончились. Я не знаю, кому принадлежит как бы авторские права на этот тег. Я надеюсь, я никого не обидела тем, что взяла эти вопросы и решила на них ответить. Ничьи чувства не были оскорблены. Что ж, буду заканчивать на этом. Напишите свое мнение. Вот, и надеюсь, мы скоро увидимся в других, более информативных или интересных видео. Все, всем всего хорошего, пока-пока.